не вышел вот четко по линии, где ему надо было находиться. Как-то очень умело отклонился в воздухе Камеха. Ну, Камеха отвел двойной блок, это нормально. Вот Голодинский должен был поднимать этот мяч. Мороз. И снова Камеха. Обман. Клюка. Камеха. Вот сейчас Голодинский уже на месте. А Дмитрий Волков начинает феерить. Вот это плохой для «Зенита» знак. Но зато хороший для «Факела». Ну что же. 20-18. Когда такой эмоциональный игрок, игрок-зажигалка, Дмитрий... Но сейчас три раза Камеха участвовал в атаке. Может быть, надо было поменять комбинацию? Когда такой игрок, как Дмитрий Волков, начинает забивать тяжелые мячи, это всегда воодушевляет команду. И несколько таких мячей Дмитрий уже забил. А Камеха просто лидер «Зенита». И в перерыве Климкин сказал, снимаемся через Камеху. Панков...